Большинство обитаемых планет во Вселенной возникнет после смерти Земли. Тандем американских исследователей предположил, что отсутствие инопланетной жизни в видимых пределах Вселенной объясняется тем, что похожие на Землю планеты еще не успели сформироваться. При этом она является одной из первых планет, прошедших все этапы, которые позволили на ней появиться условием для зарождения жизни. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Mod Notics of the Royal Astronomical Society. К подобным выводам ученые пришли, работая с данными с космического телескопа Хаббл. В частности, они изучали наличие материалов тяжелее гелия и водорода в отдаленных галактиках и рассчитывали, что произойдет с течением времени. Эту информацию они сопоставляли со сведениями о потенциально обитаемых экзопланетах, открытых посредством телескопа Кеплер. Исследователи пришли к выводу, что Земля входит в число 8% планет, которые сформировались сравнительно рано. Еще 92% планет лишь находятся на ранних стадиях формирования и окончательно сформируются в течение 6 миллиардов лет. Согласно расчетам исследователей, сейчас в нашей галактике существует порядка миллиарда землеподобных планет. Предполагается, что с течением времени их число увеличится в 100 раз. При этом вероятность того, что существует по крайней мере одна внеземная цивилизация, равняется 90%. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся!